Друзья, всем привет! Сегодня у нас несвойственное каналу видео, и если честно, я просто решил немного кайпануть на теме Apple и поделиться своими догадками, что же нас ждет дальше. Конечно, это все догадки, но чем черт не шутит, и возможно, все так и будет. Итак, первая новость, это то, что в 2018 году iPad Pro расстанется с Lightning разъемом и приобретет разъем Type-C. Это очень удобно, так как этот стандарт набирает обороты, мне кажется, Apple прислушается к борцам за спасение окружающей среды, и все же выкатят Type-C в своих iPad. И это станет первым шагом по переходу всех остальных устройств на Type-C. Я думаю, новость не обнадеживающая для производителей кабелей, но для обычного пользователя должна понравиться. Следующая новость, что Apple Watch Series 4 получит более крупный экран с увеличенным разрешением. Также в новой модели будет ЭКГ-сенсор для более точного отслеживания сердечного ритма. А задняя панель корпуса у всех версий будет сделана из керамики. Сейчас же это присутствует только у модели с LTE. Как мы знаем, флагманские iPhone XS и iPhone XS Max с OLED-экранами на 5,8 и 6,5 дюйма вскоре выйдут. А вот младшая модель iPhone XR с LCD-дисплеем в 6,1 дюйм станет доступна только в конце сентября, а то и вовсе в начале октября. Причина – проблемы с дисплеем и сборкой смартфона. Источники Bloomberg ранее сообщали о недостатке модулей подсветки. Ну и последняя новость, что MacBook Air может заменить и текущую линейку ультратонных тонких 12-дюймовых MacBook. Из интересных фишек в новой модели будет только сканер отпечатков пальцев Touch ID, а вот на Touch Bar можно даже не надеяться. На этом у меня все, ролик выпущен в виде эксперимента, отмечайте лайком или дизлайком, пишите, понравился он вам или нет в комментариях. И если он вам понравился, мы разбавим наш канал подобными видео. Спасибо за внимание и удачных покупок!